Сейчас идет завершающий процесс подготовки сборки арки на сухую. Арка одноцентровая со сложным профилем, выпукло вогнутый профиль. Сейчас вытачиваются замковые кирпичи, подзамковые и замковые. Вот пыль столбом идет. Значит, арка собирается на сухую, на прокладке 4 мм толщиной, чтобы при сборке, ну, было удобно работать. Шаблон отправляется вместе с аркой для собирания на месте. Ой. Значит, подготовка замковых кирпичей идет следующим образом. Расстояние между плечами арки, по внутреннему радиусу делится на 3. Определяется количество элементов. 3. Значит, потом расстояние по наружному радиусу также делится на 3 элемента. И определяются геометрические размеры клиньев. То есть все три клина, подклиновые кирпичи, правый, левый и замковый, должны быть внизу одинаковой ширины, чтобы был красивый замок. Значит, вот сейчас как раз после разметки ребята обрабатывают кирпичи, чтобы они вошли в замок тремя элементами. Два подклиновых кирпича 16 сантиметров высотой, а клиновой кирпич центральный 20 сантиметров высотой. Рельефом обозначается ступенька 4-4 сантиметра, потому что геометрия кирпича лежа 12 сантиметров размер. То есть на 1/3. Зрительно мы увеличиваем высоту замка на 2/3, то есть на 4 сантиметра плюс еще 4 сантиметра. А размер кирпича лежа 12 сантиметров. Чтобы смотрелось красиво. Сейчас мы это продемонстрируем. Сейчас идет обработка фаски на фаскователе замковых кирпичей. Клинья для арок — это изготовлены из витебского кирпича, из обычного прямоугольного кирпича с обычными размерами. Размер клина вычисляется по простым правилам. Берем от пятки дуги и меряем длину дуги от пятки до пятки. Потом делим ее на количество элементов. Значит, количество элементов определяем по наружной дуге. То есть чертим дугу параллельно шаблону через 12 сантиметров ровно на высоту кирпича. И делим ее на самую большую ширину кирпича, это 65 миллиметров. Ну, с учетом шва. Если, допустим, получается там 15 элементов, значит, 15 швов там по 4 миллиметра откидываем. Остальное получаем какое-то кратное количество элементов. Допустим, 13 или там 14. Если 14, то ширину кирпича 14-го раскидываем на количество других элементов. То есть делаем 15 элементов, чтобы количество элементов в арке было нечетное. Потому что в арке всегда центральный кирпич ставится замковый. Он точится на клин, и забивается в последнюю очередь, чтобы расклинить арку, зажать ее, чтобы она стала самонесущей конструкцией. Значит, размер клина определяется, я уже говорил, делим величину дуги внутренней на количество элементов и получаем размер вот этого нижней грани. Значит, а количество элементов определяем по верхней дуге. Длину верхней дуги, которая через 12 сантиметров от арки, делим на 65, максимальная ширина кирпича 65 миллиметров. То есть получаем минимальное количество элементов в арке. После того, как мы их обточим, они уменьшатся в размере и как раз станет еще один элемент для замка. Значит, в данном случае арка, которую сейчас изготавливаем, одноцентровая, с размером клина 47 миллиметров на 65 миллиметров. То есть ширина портала, который перекрывает арка, 75 сантиметров. 75 сантиметров.
То есть арка будет изготовлена для камина печи. Впоследствии у нее будет вставлена еще дверца. Арке, значит, важно подогнать плоскости клиньев плотно друг к другу, чтобы плоскости совпадали по соприкосновению. Значит, сейчас вот одно крыло, правое крыло арки, проверяется как раз на подгонку плоскостей клиньев. То есть, ну вот можно посмотреть крупным планом, как они подогнаны. То есть на сухую. Притирается все с точностью до миллиметра. Вот сбоку можно посмотреть. То есть, как бы, в миллиметровый шов, но они здесь вот на сухую очень плотно. Вот миллиметр, тут вверху маленько. Есть маленькие щелочки, миллиметр. То есть они прикладки на раствор, то есть заполнятся, их не будет видно. Можно такую арку, собранную вот таким образом, можно положить в миллиметровый или двухмиллиметровый шов, что будет очень крепкой, надежной, несущей конструкцией. Значит, сверху сделана выборка в виде буквы Г, убрана полость, чтобы примыкающие кирпичи, когда вкладки будем обжимать арку, чтобы шов примыкающий ушел под вот эту вот выемку на 2 сантиметра. При обжатии арки примыкающий шов спрячется, видно его не будет. Потому что выпилить дугу, вот такую примыкающую, ну, бывает довольно сложно в ряде попасть, чтобы она была параллельная и одинаковой ширины. Поэтому проще спрятать, выпилить в кирпиче вот такую букву Г. То есть, и примыкающие кирпичи, они вот сюда у нас примкнут, спрячутся, и их не будет видно. Даже если шов будет горбатый. Ну вот, замковый элемент готовый, то есть два замка абсолютно одинаковые. Значит, и клиновой кирпич. Шов 4 миллиметра закладывается. Проволочка 4 миллиметра. Он, когда ее на раствор ложишь, становится 5. Вот. Лучики все равно появились, да? Нет, это сюда надо. Сначала под замковый. Все. Молоточек возьмите. Остался запас. Запас на шов. Тут сейчас вот сантиметр разбег. Когда на шов будет укладываться на раствор, то есть здесь вот проволочек маленько не хватило. Значит, ну, в принципе, понятно, что она встанет нормально, то есть как бы в 4-миллиметровый шов. То есть размер вот этих шаблончиков маленьких, проволочки 4 миллиметра, то есть в 4-миллиметровый шов она встанет. То есть, как бы здесь будут швы маленько лучиками, но все кирпичи клиновые, поэтому, когда ее начнем уплотнять после извлечения шаблона, то есть, они все сядут одинаково, то есть, как бы и шов этот уплотнится. То есть, арка будет ровная. Пинки просто из обычного кирпича, вот такие вот. И забьется, будет ровный свод. Несущая конструкция, перекрытие свода шириной 75 сантиметров. Значит, с вами был Александр Кутузов.
компания «Печной мир», город Иркутск.